Состав делегатов ВНС полностью сформирован. В него вошли 1162 человека. Первое заседание Всебелорусского народного собрания состоится 24-25 апреля. Сначала участники рассмотрят организационно-избирательные вопросы, после те, которые включены в повестку дня. Например, новую концепцию национальной безопасности и военную доктрину Беларуси. Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля. Деньги, заработанные в этот день, будут направлены на реконструкцию и восстановление мемориальных комплексов, мест боевой славы и создание Центра патриотического воспитания молодежи. Принять участие в экодвижении может любой желающий. Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает граждан, не занятых в экономике, на оплачиваемые общественные работы. Жители города могут поучаствовать в благоустройстве территории, а также примерить на себя роль соцработника. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте bobruysk.by. С 23 по 25 апреля в Центре дополнительного образования детей и молодежи пройдет молодежная ярмарка вакансий. С 10 до 2 по адресу улица Социалистическая, 90, будут рассматриваться вопросы трудоустройства подростков в свободное от учебы время и выпускников. Обратиться за помощью могут дети от 14 лет. Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района» вместе с отделом ЗАГСа Бобруйского горисполкома проводит подготовку чествования супружеских пар, которые отмечают в 2024-м юбилей совместной жизни – 50 лет и выше. Торжество проводится на безвозмездной основе. Запись участников ведется до 3 мая.